Всем привет из Франции, с наилучшими пожеланиями чудесной погоды, прекрасного настроения и, конечно же, здоровья. Покажу вам сегодня мою коллекцию, часть моей коллекции дресс и шуз клипов, которые я периодически распродаю, так как у меня очень много разных коллекций. Вот. И излишки я распродаю. Кому интересно, обращайтесь, пожалуйста. У меня есть мой интернет-магазин на eBay. Вот. И я с удовольствием объединяю доставку, стоимость доставки за покупки. И, в общем, все детали, да, расскажу вам. Если вам интересны антикварные винтажные украшения, то милости просим. У меня этого добра хватает. И я с удовольствием с вами поделюсь за недорого. Вот. Буду выкладывать и рассказывать. Вот есть такой дресс-клип. Это какой-то пластик, немножко ржавевший металл. Ну, в общем, довольно-таки симпатичный плотный пластик. Возможно, даже бакелит. А может быть и металл. Сложно сказать, чего это. Вот такая красивая. С бусинкой. Вот такой. Такая застежка у этого дресс-клипа. Вот. Такой. С подобной застежкой. Не все преимущественно французские. Вот. Такой. Вот. Скажите, пожалуйста, вы используете дресс-клипы или нет? Я использую. И даже в большей степени не как дресс-клипы, а как зажимы для шарфов и платков на шею. Очень удобно шелковые платки фиксировать. Вот, чтобы они не улетали во время менструаля. Да, одной рукой не очень удобно открывать. Так. Вот в это колечко, когда мы пропускаем шарфик, либо кончик платка, зажимаем, и он очень хорошо фиксирует. Вот. И красивый внешний вид, и надежная фиксация. Вот. Есть гарантия, что ваш шарфик не улетит. Вот. Такой клип. Это камея на пластике. Вот, покажу вам. А вот это шуз-клипы. Чем они отличаются? Это очень старый, с потерями, конечно же. Вот у него вот такие застежки. Вот. И идет здесь вот такие вот шипы. Такие колючечки выпуклые. И не очень, и он плотный еще здесь, более ровный такой зажим. И он так вот туго прилипает к обуви. И получается такое вот украшение. Да, ну это, естественно, старинное, это носили раньше, давно на таких изящных каких-то шузах, туфельках, бальных, возможно. Это еще один. О! Второй. Да, можно жить всю жизнь с вещами и не видеть, что у тебя их две. Вот. А все чуть-чуть отличие в оттенке металла, и уже разница есть. Да. Ну, вот такой нарядный весь. С кристаллами. Симпатичный. Большой, крупный. Вот еще один шуз-клип. Ну, вот та же система застежек. Вот, да, шипы. Вот эти вот колючки. Вот так, сбоку покажу. Они отлично фиксируют. И хорошо это держится. Вот такой. Вот с этой вставкой симпатичный.
отрасклит. Все по-своему симпатичненькие, очень даже. Все разные почти. Хотя некоторых у меня по две. Вот этих у меня две, может быть, даже больше штучки. Ну, в этой коробочке точно только две. Серебро, может быть, даже серебро. Вот таких у меня тоже две с разным оттенком. Вот парные, красиво наласканы пиджаков либо пальто цеплять, хорошо смотрится. Вот такая, такой шикарный клип. У меня есть такие подобные сережки, будет хорошо в наборе смотреться, может, даже оставлю себе один. Вот такое. Тоже с, типа с бусинами, имитация бусин. Вот такое. С росписью. Деколь, скорее всего. Вот такой симпатичный. Со стеклышком. Вот такой клип. И в то же время брошь, да. Такая двойная фиксация, надежная. Такой симпатичный. Протереть его только не мешало, да. Вот. Разных стилей. И арт-деко, и арт-наво. Все вместе. Вот еще один слюд с этой вставкой. Но несколько другой уже. Беленькая, тут желтенькая, продолговатая. Вот такой, очень старенький. То есть такая мощная застежка, прищепка. Вот. Колючка. Так. Вот такой есть. Вот такой. Так неудобно. Одну руку делаю, другую показывать. Вот такой тоже шоу-клип. Такой лаконичный, простой. В то же время смотрится хорошо. Вот такой второй. Вот такой под серебро. С прожилками. Симпатичненький такой. Вот такой. Такой прищепкой надежный. Проволока золотистая, поймали. Вот такой клип симпатичный. Такое перышко в розочку свернутое. В общем, интересный такой. Клипы. Правда, они с потерями. Но при желании можно их проклеить, конечно. Это еще дресс-клип. Тоже такой оригинальный. Это еще с инициалами. Такой вот. Это пошли шоу-клипы. Маленький такой. Вот еще. Вот еще такой. Маленький тоже. Вот и все. Сейчас подтяну. Вот такая вот
небольшая коллекция того, что мне удалось найти в коробках. Вот. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Стимулируйте меня, пожалуйста, снимать дальше вам видео. И до новых встреч. И благодарю вас за то, что вы досмотрели до конца.